Начнем расшифровки каждого действия в паттерне. То есть моменты, как это можно применять технически, тактически, там, какие элементы там зашифрованы. Посмотрим сегодня элемент номер один. Это движение снизу. Итак, это может быть просто укол корпус, челюсть. Если дистанция у нас больше, соответственно, пустой рукой это может апперкот, прямой, ладонью, то есть снизу, либо же это может быть выход на прихват. Соответственно, тактически мы можем рассматривать это прихват с уколом. Если мы говорим о варианте атаки в лицо, то же самое мы вскидываем и поворачиваем корпус. Мы не двигаем рукой, это именно вариант укола и поворот корпуса. Еще раз. То же самое пустой рукой. Фактически я выкидываю апперкот и поворачиваю корпус. Еще раз. Если я оказался чуть боком, то же самое я наношу укол и поворачиваю. Соответственно, с этой стороны не отодвигание, а именно, и можно, таким образом мы получаем 1-1. Также мы можем использовать, если идет укол в корпус, мы уходим и вскидываем руку.